Я хотел бы с вами попрощаться, но это не значит, что кулинарный поединок сейчас заканчивается. Просто я пойду сяду в зал, Леху с собой заберу. Да. И мы вместе с вами послушаем новую песню Роксаны Бабаян. Встречайте! А называется она «Только ты и только я». Понял? Только ты. Тебя там не было в этой песне. Подарок абсолютно для всех. Новая песня «Только ты и только я». Роксаны Бабаян. Встречайте. Танцуем, танцуем. Спасибо всем огромное. Я вас люблю. До встречи.